Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush. Как вы помните, основную сюжетную линию я прошел уже давно и обещал вам начать проходить дополнительные уровни. Ну что же, переходим с вами в Steam-версию и начинаем. У нас с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дополнительных уровней. И приступим, пожалуй-ка мы, наверное, вот с этой посередочки. Это у нас руины Акарота. Компания. Страж Линерии. В королевстве все спокойно, но зло не дремлет. Донесения гласят, что рыцари Акарота подверглись нашествию полчищ орков и гоблинов. Гултак, новый предводитель орков, воспользовался моментом и занял место Везана. Теперь его полчища бесчинствуют в этих краях. Вы должны отбросить захватчиков прочь от руин. Понятно. Поехали. Ребята, Гултак, это случайно у нас не в последней версии Kingdom Rush, за которого я играл, помните? Орк-воин. По-моему, это он, Гултак. Ладно, сейчас не об этом. У нас гоблин 28 штук, а здесь гоблин 38 штук. Гоблины, значит, пойдут. Ага, гоблины. Давай, наверное, поставим сюда мага. Сюда я поставлю, естественно, обороночку. Легенькую, простенькую. Так, сюда кого нам влепить? Ну давай луч, может бомбарду я поставлю сюда. Бомбардочка пускай здесь стоит. Ну что, ребят, давайте глянем, что у нас будет. Конечно, главного персонажа я не хотел брать, мотопилу. Ну, раз уж я забыл поменять, пускай будет мотопила. Заодно и проверим, на что он способен. Так, подожди, а как эти олухи-то проходят? Ё-моё, я не понимаю. Как вы умудряетесь тут пробежать? Так, у нас 140. 140, да? Давай, наверное, сюда мы поставим лучника. Смотри, один орел все-таки пробежал. Лучник не справляется или справляется? Ну, вроде как старается тут отбить. Что, следующая волна? Я не успеваю с этим справиться. Уже следующая волна, ты прикинь? Что, как-то быстро очень. Может, тут ускорение у меня какое-то стоит, нет? Нет, тут в этих играх ускорения, по-моему, нету, друзья. Обалдеть! Давай тогда еще, наверное, лучников поставим. Смотри, они проходят просто в наглую. Как к себе домой. Так, 110 нужно мне, да? Для того, чтобы... Вот, улучшаем еще лучников. Вот здесь, оказывается, они пойдут еще. Надо здесь что-то влепить. Ты посмотри. Слушай, сложно будет. Кто там дальше будет? Опять гоблины и опять орки. Опять гоблины и орки. Так, 160 нужно, да? Ну, я, наверное, вот сюда поставлю, скорее всего. Надо будет здесь защиту ставить. Давай поставим мага. Пускай будет маг у нас тут стоять. Слушай, бомбарду хотелось бы прокачать. Смотри, вот лучше всего, мне кажется, вот, на... вот здесь вот бомбарду влепим, наверное, с вами, да? И вот эту будем прокачивать. Потому что, ну, сами видите, они ползут и ползут. Ползут и ползут. Без остановки. Дополнительные уровни, они отличаются своей сложностью в прохождении. Ух. Так, маг, ну давай тебе немножко улучшим, чтобы ты хотя бы на раз их бомбил. Так, стрелков, конечно, надо улучшать тоже. Это, ой, горгульи. Сейчас по 8 штук горгульи еще полетит. Ёлки-палки. Что будем делать? Так, мы этого что ли не можем бомбануть? Ё-моё. Вообще идет в наглую просто. Просто в наглую шпарит. Нет, его надо хлопнуть, ребят. Желательно побыстрее. Ага, готов. Орлик. Так, а здесь что у нас происходит? А что, здесь справились? А, здесь горгульи, видимо, летели, мы их подбили, да, уже? Ну ладно, хорошо. Так, давай вот так вот сделаем. Да что ты, я еще с горгулями не закончил, вы уже следующую волну мне выпускаете. Вы вообще, что ли, там? А этих я помню, ребята, этих я помню. Это у нас кто? Это орк-лидер. Основная армия орков, да? Передовая, даже так скажем. Так, ну я не знаю. Так, надо нам все-таки делать вот этого вот чародея. Нам надо стать чародеем. Я помню, что вот эти вот орлы, по-моему, слабы против магии. Поэтому нам желательно магов здесь влепить. Да, тут орды, просто орды идут. Твою же маковку. Не знаю, друзья мои, дай поджарим их маленько.
Вот так вот, хорошо. Все, мага здесь влепил. И этот маг чем хорош? Тем, что здесь у нас будет каменный голем. Я вызову каменного голема, он будет вот здесь вот стоять и чувствовать себя превосходно. Ой-ой-ой. Так. Слушай, а вот здесь вот где-нибудь надо, может быть, вот тут на перепутье поставить нам еще охраночку, или не надо? По идее, надо где-то ее поставить. Так, голем, ты готов? Нет, 350 нужно. Давай попробуем. Лишь бы не прошли. Не хочу, чтобы здесь кто-то пробежал. Ой-ой-ой. Тут еще одна армия орков-лидеров идет. Ты, ёпрсоты, ну что ты будешь делать, а? Вот сюда вот можно поставить, кстати, магов. Наверное, да? Они очень сильны. Смотри. Жесть какая-то. Что, опять что ли бомбить мне их придется? Другого варианта я не вижу. Просто как еще с ними справляться? Вон еще армия идет. Что-то лучники вообще как-то по барабану себя ведут. Вообще жесть. А в одного пока он бомбит. Ну, вот сейчас маг, наверное, быстренько его, да, заклепает. Маг! Маг спит, как всегда. Так, давай мы тебя немножко улучшим еще. Это у нас огры. Это у нас, ребята, уже огры идут. Слушай, он сейчас, наверное, моих солдат тут разбомбит в пух и прах. Справитесь хоть, надеюсь? Ну, тут лучник помогает. Ладно, молодцы. Одолели его. Так, что нам? Нам надо бомбарду вот эту улучшать. Если честно. Так, тут еще откуда-то бегут. Блин, я не знаю. И бомбарду нужно, и магов нужно. Как тут быть? Как лучше сделать? Без понятия, если честно. Тут еще, смотрите. Это у нас шаманы. Это у нас шаманы бегут. А если я вот сюда еще бомбарду поставлю, как думаешь, прикольно будет? Я думаю, будет очень прикольно для врага. Как же у вас тут много прет, а? Без остановки просто бегут. Просто без остановки. Так, 200... Да, я, наверное, вот этого поставлю, еще одного чародея здесь. 270 он стоит. Ну, смотри, вот магии они боятся. Ну, потому что мы помним, да, против бронированных лучше применять магию. Так, опять псарня бежит. Опять бегут псы. Так, 270, мне не хватает. Вот, хватает. Отлично. Значит так, я теперь, наверное, буду прокачивать бомбарды. Нет, вот здесь поставим... Ё-моё, мне еще големы нужны. Блин, я про големов забыл. Зачем я ставил вот этих вот магов, чтобы големов вызвать? Конечно же. После них тогда уже будем, наверное, бомбарды делать. Так, да? Я думаю, никто не будет против. Ну, маги, давайте, наяривайте. Слушай, а здесь, кстати, можно и овцу сделать. Чтобы мало ли кого-то превращали просто в овечку сразу же. А что, будет прикольно. Наверное, мы так и сделаем с вами. И овцу прокачаем, и каменного голема. Правда, стоит это все не кисло. Не дешево. Ну и армии здесь тоже, смотрите, какие прут. Не кислые, не дешевые. Ну, что ж такой слабый-то парень, а? Так, ну, слава богу, здесь хорошо. Бомбарда очень хорошо бомбит, кстати. Ну, хватает мне там? Нет, не хватает еще. Вызовем голема. Ну... Да как же долго, а? Там уже следующая волна готовится. Гоблин-гренадир. Гоблин-гренадир — это те гоблины, которые будут сейчас с этими, с базуками, да? Бомбить по мне. Именно они. Слушай, я не буду тратить пока удар этот метеоритный. Он нам еще понадобится. Так, гренадир. Один голем, короче, у нас есть. Один голем есть, нам еще нужен будет один. И дальше начнем уже прокачивать, скорее всего, наши бомбарды. Кто там? Так, орки, да? Сейчас будут расстреливать моего... Мою мет... Это, мотопилу. Надо уводить его. Побыстрее, пока жив. А он за ним, да, бежит? Ну-ка, давай ему. Да, иди, иди, говорю, туда. Вали их. Куда ты побежал-то? Господи, сейчас тебя расстреляют. Дурачка-то эткого. Стоит, ну что вот, вот он стоит. Вот до чего тупой здесь главный персонаж. Он ничего не делает, вообще ничего не делает. Без команды. Трындец, конечно.
Так, что у нас там? Хватает, хватает, ребят. Вызываем еще одного голема. Здесь прокачиваем с вами овцу. Это что у нас? А, гоблины-стрелки, да? Гоблины-стрелки. Мне это совсем не нравится. Вот так вот мы от них избавляемся. Так, и надо нам вот здесь, наверное, поставить гарнизон мушкетеров, я думаю. Будет самое то. Лютоволк побежит сейчас. Гарнизон, гарнизон мушкетеров. Слушай, или же давай лучше бомбарду прокачивать. Ну, этот гарнизон пока. Пока и лучники неплохо здесь справляться, наверное, будут. Надеюсь на это. Так, сколько там? 198. Погоди-ка, мы сейчас, наверное, с вами... Или паладинов здесь прокачать. Хрен его знает, кого тут лучше сделать. Когда в первый раз, фиг знает, ребят, как тут вообще быть. Так, давай вот сюда, наверное, тоже бомбарду поставим. И здесь еще маг у нас непрокачанный. Слушай, а из бомбард у нас потом будет выбор, да? Либо пушку Тесла ставить, либо какая-то там еще будет у нас. Смотри-ка, одного мы превратили в овцу. Бежит. Бежит. Овцу тоже нужно подбивать. Так, что тут у нас? Подрывники, да, идут? Подрывники. 280. Вот. Хорошо. Слушай, а что у нее? Ну, она будет здесь. Тут, короче, у нас толстушка Берта. Или же Тесла. Атака 61-116. Слушай, ну Тесла как-то покруче бомбит, если честно. Поэтому нам выгоднее, наверное, Теслу влепить. Так, что у нас тут? Гаргульки полетят сейчас. Друзья мои, гаргульки полетят. В плане летающая овца. Это что-то новенькое. Летающая овца была сейчас только что. Так, справимся. Воу, йоу, просто, а что так много-то вас тут? Так, что-то как-то вас многовато. Эй! Практически, друзья мои, уже на подходе. Ну, вроде бы как отбиваемся, да? Отбиваемся. Так, а здесь-то, здесь-то справимся? Здесь, если что, лучники есть, да? Подсобят на худой конец. Так, вроде бы неплохо. Так, ну что, я думаю, здесь мы с вами поставим Теслу. Теслу мы выставим, да? А вот здесь толстушку Берту, наверное. Или тоже Теслу. Нет, толстушку Берту все-таки мы поставим с вами. Так, идут у нас тут огры. Огры бегут. Так. Ты какого уровня у меня? Мотопила 5-го. Нужно, чтобы он был 10-го. 10-й уровень — это самый последний. Так, самый последний. Да, давай, 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 давай. Прокачиваем. Йо, просто этот же у нас... Регенератор идет. Лесной тролль. Так, погоди-ка, лесной тролль. Давай мы тебя сюда перетащим. У него очень большая регенерация, поэтому нужно быстрее его бомбить, друзья мои. Иначе он будет себе заживлять раны. Так, хорошо. Справились, да, здесь? С этими что делать, я не знаю. Тут пока тоже не знаю, что делать. Давай толстушку Берту поставим. Так, ракетная установка. Что это за звук такой? А, это здесь пикнуло. Что за запищало? Так, смотри, идет лесной тролль. Так, а здесь кассетный миномет. Кстати, тоже нужно прокачать. Кассетный миномет. Это будет сразу тут выпускать несколько бомб, да? Ничего себе, а как это так... Это что ли мой этот мотопила? Ты видел лесного тролля? Просто с удара распилил. Фига он круче. Да, вот против этих, конечно, он слабоват. Его сейчас тут разбомбят. Отойди, говорю, оттуда. Видишь, там бомбят по тебе. Надо что-то сюда влепить. Надо что-то сюда влепить, чтобы его лишний раз прикрывало. Маги. Ставим мага сюда. Так, Берта. О! Прокачано все у нас по полной программке. Пиу, не добежал, да? Слушай, вот здесь вот... Погоди-ка, а, голем. Я думаю, где у меня голем? А голем у меня вон там прохлаждается, оказывается. Давай, дерись с лесным троллем. Один на один.
Надо будет гарнизон мушкетеров здесь поставить. Так, что у нас дальше? Лютоволк и лютоволк. Это ерунда для нас. Да что же вы не можете справиться, что ли, с ним? Ёпросте. Стоите тут. Три часа с ним бомбите. Вау. Кассетный удар от Берты. Чего? Он справился с моим големом, ты прикинь? Это не дело. Ладно, погоди. Давай, давай так делаем. Сюда, кстати, нужно тоже голема, по идее, призвать бы. И пора уже брать, наверное, на раскачку наших лучников, потому что они самые отставшие. У нас маги прокачаны, да? Пушки вот эти. А, тут, кстати, не докачал я чуть-чуть. Ну, пока вроде бы все спокойно, все хорошо. Никто у нас не прошел здесь. Мы видим, все у нас здоровье полностью пока. Но это, ребята, может все поменяться в любую секунду. Смотри, 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 смотри. Видишь, бегут лютоволки. Поэтому нам надо... Ох, сколько здесь, просто орды. Поэтому нужно как можно быстрее прокачивать. 35-65 атака, да? А тут засада егерей вообще как-то... Слушай, ну я сделаю так. Лучше засаду егерей. У нас будут здесь стрелки, здесь лучники. Так, орк-всадник, шаман. Ёлки-палки, орк-всадник. То есть это двойной моб, да? То есть вначале надо подбить его с волка, а после этого еще основного бомбануть. Ну, тут надо, наверное, вот так вот делать. Покались. Они очень быстро еще, к тому же, не забываем об этом. Тут прокачано, нет, пока еще не прокачано. Не по фулочке, да? Давай, 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 родные мои, бомбим. Так, надо прокачать. Вот это. А, вот этого, да? На отравление. Хотя надо гнев леса здесь прокачать. Ты смотри! Смотри, что они делают. Вот об этом, ребята, я вам говорил. Видите, они бегут. Они очень быстрые. Это надо будет их подбить еще. Потом они вон спешиваются, еще и пешком бегут. Так что. Тут серьезно, уже не до шуток. И моих ребят надо, наверное, сделать священным орденом. Да ладно вам! Ты смотри! Твою же маковку! Я не могу понять, моя Тесла, что она не фурычит-то? Она же должна их подбивать, в принципе. У них, наверное... Да нет, какая? Они же те же самые обычные эти. К магии у них сопротивление обалденное. То есть, наоборот, магия их должна бомбить на ура. Голем не справляется, надо его прокачать чуть-чуть. Дальше кто у нас там? Лесной тролль. Гоблин-гренадир, блин. Гоблин-гренадир еще. Идет, идет. Толстопуз. Бамс! Превратили просто в овцу. Кстати, овцу нужно прокачать, это очень будет хорошо. Вот эти вот мне не нравятся, а? Эти вот мне не нравятся просто. Надо вот здесь вот, слушайте, оборону, скорее всего. Или вот тут что-то поставить еще. Еще одну бомбарду. Давай еще одну бомбарду лепим с тобой. Смотри, потому что конники отсюда в основном бегут. И они очень быстрые. Мы просто не успеваем их подбить. Давай вот так вот попробуем. Что мне это дало? Что мне это дало? Ничегошеньки. О, святой орден, давай, прокачивайся. Голем, выходи. Так, наверное, что-то и сюда надо еще поставить. Для разнообразия. Блин, ты посмотри. Просто завал, аврал какой-то. Так, шрапнель поставим, да? Прокачаем на один уровень с вами. Здесь. Ну, давай, 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 наяривай, наяривай их. Отлично. Так, тут Тесла прокачана, кто дальше там? Орк-всадник, орк-лидер. Гренадир. Твою же налево. Сейчас все, кому не лень, побегут. Сейчас все, кому не лень. Ать, в овцу сразу же. Минус один всадник, отлично. Минус один всадник. Так, ну это еще не конец, ребята. Это еще только начало. Опа. А вот здесь нежданчик у меня, друзья мои. В чем он заключается? В том, что тут-то у меня слабенькая оборона. Защита, точнее, да? Поэтому нам надо что-то с вами здесь предпринять. Что ты тут предпримешь, блин? Магов, магов. Давай магов поставим. На всякий случай я влеплю сюда
магов. Чтобы голем здесь был. Все. О, смотри, как они быстро тут разминают, а? Всех. Слушай, овцу. Овцу это, конечно, хорошо, но я поставлю голема для начала. Голем будет здесь стоять. Маг, если что, будет прикрывать. Ну, как-то так. Как-то пока так, друзья. Другого варианта я пока не вижу. Другого варианта пока я не вижу. Так, еще одного голема вызовем сюда. Слушай, а, нет, голем может, да, их все-таки задерживать. Все-таки он может их задерживать. Так, и нам нужно, наверное, я не знаю, стоит ли нам вообще тут овцу. Опа, смотри, 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 пробегает. Так, дай-ка родного я тебя поставлю вот сюда вот. Да не тебя, господи. Ты стой здесь. Я, а, вот этого вот сюда поставим. Фух, как-то вот так вот, друзья мои, должно все быть у нас. Овцу, голема. Так. Тут у нас голема надо будет прокачать. А, тут у нас еще старушка Берта не прокачана. Значит, надо прокачать. Нужно много, много денег. Ой-ой-ой-ой-ой. Аж два. А, в овцу превратили. Вот это я понимаю. Когда в овцу превращаешь такого, ну, здорового противника, это очень круто. Здесь-то у нас что? Шрапнелька. Прокачаем, да? И вот так вот. Давай-давай вот этого превратить мне в овцу. Вот. Совсем другое дело. Совсем другое. Причем у него здоровье у этой овцы так много. Смотри. Что он там превратил? В корне мы его запутали. Еще одна овца бежит. Ну, отлично, успели. Прокачаем голема с вами. Здесь тоже. Так, здесь у нас голем прокачанный. Значит, будем здесь с вами ставить толстушку Берту. Ёлки-палки. Слушайте, ребят, ну теперь я думаю, надеюсь, что все будет хорошо у нас. Так, давай-ка я голема здесь докачаю маленечко. Кто дальше у нас пойдет? Лесные тролли поперли со всех сторон. Лесные тролли, да? Видишь, вот это мне нравится больше всего. Бамс просто на удар и все. Ну, видите, Берточка там наяривает лесного тролля, только шорох. Только шорох. Так, будем прокачивать, наверное, с вами овцу сейчас. Да? До трех. Чтобы тут вот эти, с этими улухами как можно быстрее справляться. С мощными. Смотри, там две овцы бегут. Ну, конечно, они не смогут здесь убежать далеко. Так, и я вот хотел здесь прокачать яблочко. Вот так вот. Бумшек, шоколадка. Так, и знаешь, что я вот сюда поставлю еще? Вот сюда, наверное. Стоит ли? Не знаю, ребята. Наверное, лучше... лучше стрелков. Лучше мы поставим здесь с вами стрелков. И к тому же вот таких вот. Почему именно лесных? Они могут, ребята, запутывать врага. И пока он там стоит какие-то секунды, мы можем его спокойненько бомбить в этот момент. Смотри, какая живучая овца, а? Дай-ка я, наверное, сюда тоже поставлю стрелков. Вот так. Ой, кстати, а мы не забыли, что у нас тут еще будет босс. Тут же босс будет. Как его там звали, я уже был. Так, 9 уровень у меня получил главный герой. Слушай, это круто. Это круто, вот, в овцу. Слушай, ну с боссом такая фигня не прокатит. Босса мы в овцу превратить не сможем. Поэтому нам надо, я не знаю, как-то тут, может быть, армию выставить. Конечно же, ее прокачать по полной программе. Так, это еще, кстати, последняя волна, ребята. Последняя волна, и сейчас, наверное, босс пойдет. Вау, кто там у нас? Гултак, точно, Гултак же у нас. Ёлки ты палки. Сейчас начнется веселуха, блин. Сейчас начнется тут, ребята, веселуха, по ходу дела. Давай отвлечем их маленько. Ну, блин, какой живучий ты, прикинь, какой живучий. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Голем, давай. А он сейчас голема бы просто сносит его, как орешки. Подожди, 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 подожди.
Он идет, ребята. Как мне его тут задержать? Я не знаю, как мне его задержать. Я... без понятия. Ребят, что делать? Как быть? У него еще здоровье там просто немерено. Могу вот сюда еще что-нибудь поставить. Что мне поставить? Я не знаю, что у него защита хороша. Он медленно передвигается, я не спорю, но тут, смотри, все равно он... еще ползорой даже не отнял у меня. Рыцари мои тут смогут помочь мне? Как думаешь, вот эти вот, которые стоят здесь? Оу, мы можем, знаешь, что, кстати, взять? Давай-ка мы нашего главного героя сюда поставим. Может быть, он хоть как-то подсобит мне. Хоть как-то сможет, наверное, подсобить. Ты будешь бомбить? Смотри, пол здоровья отнял почти. Пол здоровья почти отнял. Давай проверим. Нет, он какой-то не очень сильный, если честно. Давай шрапнель, наверное, прокачаем. Ребята, смотрите, у него сколько здоровья уже. Может быть, все-таки мы сможем с ним справиться, а? Он еще и отравлен. Ну, есть! Друзья мои. Гул так... А почему не заканчивается уровень? Я еще и должен с ними, что ли, справиться? Раньше, я помню, убиваешь босса и все, победа за тобой, эти автоматически погибают. Но тут, походу, дело нифига подобного. А ну-ка. Сейчас мы добьем его. Да, друзья мои, да. Орк Маздай. Мы прошли с вами этот уровень. Блин, слушай, я уже даже боюсь... приступать к следующим миссиям. Слушай, еще самое удивительное, что я прошел это дело вот этим вот мотопилой. Я его брал, когда проходил вот эти вот все уровни. Ну, естественно, мне пришлось проходить, ребята, потому что я не хотел играть дальше на Android-версии. Мне захотелось в стимовской, потому что здесь все-таки как-то покрасивее все это сделано. Давайте, кстати, улучшение прокачаем. У нас остается... урон от взрыва или цепного электрошока одинаков по всей площади. Или же призывники более выносливы и качественно оснащены. Призывники, они, по идее, тоже мне нужны, но и это тоже надо. Этих будем прокачивать потом уже. То есть у нас все прокачано, кроме призывников. На последней прокачке они смогут метать свои копья. Ух, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще шесть, ребята, миссий у нас будет впереди. Так что будет интересно, я надеюсь. Для меня тогда будет вообще жесть. Ладно, дорогие друзья, на этом будем с вами завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!